Всем большой привет! Ну и так, продолжаем наш совместный проект «Апрель месяц старта». Сегодня я стартую с наборчиком «Чаривна мыть». Это набор смешанной техники. Здесь используется вышивка крестом и бисером. Набор называется «Чай с клубникой». Размер готовой работы 25 на 25 сантиметров. Вот такой интересный сюжет. Давно мечтала начать этот сюжет. Хочу попробовать смешанную технику. Ну и давайте откроем и посмотрим содержание набора. Итак, я сняла обложку и разложила бисер вот так в пакетиках. Здесь используется 12 цветов. Бисер, я так понимаю, чешский. Его здесь немного. Есть пакетики вот совсем, где совсем вот так чуть-чуть. Но это не важно. Самое главное, чтобы всего хватило и чтобы бисер был качественный. Так, здесь у нас с обратной стороны также предлагаются несколько дизайнов такой же смешанной техники. Давайте посмотрим. Да, здесь указано, что это бисер чешский, но мулине не указано, чего производство, я так понимаю, это ПНК. Очень люблю ниточки ПНК, поэтому меня все устраивает. Так, вот она планшетка «Чаривна мыть». Посмотрим, как развешаны нитки. Набросаны здесь, я так понимаю, пасмы. Нужно их вытаскивать и разрезать самостоятельно. Ниточки мягкие, очень хорошие, шелковистые. Вот не люблю я эти действия, когда нужно самостоятельно вытаскивать и разрезать пасмы. Разбаловали нас производители, когда все хорошо укомплектовано и не нужно уже делать особых каких-то действий. Здесь нужно немножко поработать, перевесить ниточки, они вот навешаны, причем еще наоборот. Вот так нужно все это будет организовать. Но цвета очень красивые и ниточки хорошие, мягкие. Так, посмотрим, что у нас есть здесь с канвой. В середине подложена бумага белая для формы. В канве воткнуты две иголочки для крестиков и для бисера. И вот такой кусочек у нас есть канвы. Вот такой кусочек. Тоже буду определять центр и начну с крестиков. А бисер оставлю на потом, поэтому бисер пока разбирать не буду. Все вам покажу уже в конце. И вот такая схемка. Схемка у нас здесь глянцевая на обложке. Не люблю глянцевые схемы. Цветосимвольная. Работа небольшая, как я уже говорила. Так, ну что, разберемся по значкам, где у нас крест. Есть крест в одну нить, полукрест в одну нить, крест в три ниточки. Угу. И бисер. Вот так. Да, идет здесь заметка, внимание, работа вышивается в 3 и в 1 ниточку. Так, ну что, разберемся. Иду приступать и увидимся с вами, вы, точнее, увидите результаты уже на следующей неделе. Я закончила подготовительный процесс, подготовку к вышивке. Занималась я нитками, так как они были развешены по целой пасме, мне пришлось их все разобрать. Нитки все абсолютно разной длины. Есть очень длинные пасмы, есть очень короткие пасмы. В общем, эстетически мне не понравилось оформление ниток, но сами нитки, в общем-то, неплохие. Я их, как смогла, завязала в косичку, потому что они разной длины. Схемка у нас вот такая цветосимвольная, глянцевая. Не знаю, как я буду с ней работать, но постараюсь. И подготовила уже канву на пяльцы, натянула. Вот. Буду начинать вышивать мои крестики. Очень долго думала, может мне эту работу тоже сделать на линде. У меня остался вот кусочек линды 27. Но есть у меня такие опасения, что есть вышивка в 3 сложения нитки, есть бисер. Может быть, все это не очень хорошо ляжет. Может быть, нужно оставить канву. Не знаю, девочки, вот буду пробовать. Если что, потом перейду все-таки на линду. Итак, старт положен, так сказать. И увидимся с вами в следующем видео. Пока!